Роботы-официанты, умный дом и летающие машины из-за грани реальности шагнули в нашу жизнь. Чувашия вошла в топ-3 регионов по количеству разработанных стратегий для цифровизации республики. Предложенные электронные сервисы упростят связь жителей с министерствами, ведомствами, госучреждениями, избавят от очередей и в поликлиниках и больницах и даже подстроят уличное освещение под разные погодные условия. Всего 128 проектов в 17 отраслях. Нами был создан сайт «Цифра-21», где была основная информация по тем проектам, которые затрагивают интересы наших жителей. И, соответственно, все желающие могли принять личное участие в разработке стратегии, то есть подать свою идею, высказать свое мнение о проекте, либо оставить свой голос за наиболее понравившийся проект по каждому из направлений.